Привет, народ! Или по-мужски здорово, поставь лайк и подпишись, и сегодня вам покажу легкий соло глич на деньги для бедных новичков. Что ж, не буду долго тянуть. Погнали! Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмиллеру. Это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвылазно фармить. Прокачка доступна как для ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка в описании. Итак, для этого глича нам необходимо купить этот гараж, который находится на шоссе 68. После этого мы покупаем Sand King на дешевом сайте с авто и выбираем место доставки на гараж. Далее приезжаем за нашим Sand King в гараж и едем, как показано в видео. Кстати, важно знать, что этот глич необходимо делать в промежутке с 9 до 15:00, или у вас ничего не получится. После этого останавливаемся на этой небольшой горке и начинаем очень медленно ехать обратно. Можно сказать, даже катиться. Как только мы немного скатились, мы можем увидеть на горизонте тюнингованный Sand King. Теперь вы быстро можете подъехать к нему и отвезти его в гараж, чтобы он у вас сохранился. Далее вы можете повторить все то же самое. Так можете делать, пока вы не заполните весь гараж. И давайте покажу все то же самое, только в ускоренной перемотке. Это очень даже неплохой способ фарма, учитывая то, что одна такая машина стоит 17 тысяч долларов, что довольно неплохая сумма для новичков. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео, а если это так, то не забудь поделиться им с друзьями, а также поставить лайк и подписаться. Всем спасибо за просмотр, и всем пока-пока. Signed a deal but change your plans, tell me what, yeah. Couple racks, on me 10 fans, tell me what, yeah. In them floor seats, you in the stands, tell me what, yeah. I'm on bar shit till by the stands, tell me what.